Друзья, ну что, очередная трагедия сегодня произошла в Москве. В 2 часа ночи возле своего дома неизвестными лицами был обстрелян автомобиль российского актера театра и кино Евгения Дятлова. Его друг, который находился рядом, к сожалению, погиб на месте, а Евгений Дятлов находится с пулевым ранением в одной из городских больниц. Очевидец, прохожий, сообщает о том, что к ним подъехал автомобиль марки BMW. Оттуда вышло двое парней, которые произвели несколько выстрелов из автоматического оружия по автомобилю Евгения Дятлова. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники следственной оперативной группы и наряды полиции, устанавливают тех, кто бы мог быть причастен к данному трагедию. Подписывайтесь на наш канал, друзья, и следите за новостями. Завтра утром подробности появятся на нашем канале. Будем надеяться, что преступники будут найдены. До скорой встречи, берегите себя и будьте всегда с нами на нашем канале.